Новогодний марафон. Уроженец Петербурга Денис Клявер получает 9-ю народную премию «Звезды дорожного радио» за песню «Мой Питер». Отпусти меня, Питер, всю жизнь на репите ты. Города лучше на свете не видел я. Яркие годы, где были мы молоды, как без тебя прожить? Ты прости меня, Питер, если чем-то обидел я. Северный ветер и солнце в граните. Белые ночи умчат меня прочь от твоей беспощадной. Высокую награду Денису вручают наши коллеги. Это Кирилл Сорокин, директор эфира Дорожного радио и ведущий хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Ну и, конечно, Дарья Долинская, наша очаровательная Снегурочка, тоже принимает участие в этой церемонии. Ну и, конечно, я жду друзей сюда, в студию. Пожалуйста, приходите, мы ждем вас. Хочу поблагодарить всех слушателей Дорожного радио, конечно, моих дорогих поклонников, всех тех, кто проникся песней «Мой Питер». Она действительно написана от души, не только мной и моим соавтором Рамилем Касимовым и Дмитрием Зайцевым. Они, кстати, не из Питера, видимо, поэтому и получилось, что такая как многогранная песня. В признание в любви этому фантастическому городу. И, вы знаете, получилось, что передать не только как бы для земляков и для тех, кто был когда-то в Питере, а для тех, кто даже когда там не был, и передать вообще то состояние, ту эмоцию, которую испытывает человек относительно своего родного города. Вне зависимости, где ты родился. Вот. Так что мне, конечно, повезло вдвойне, что это именно Питер. И спасибо, Дорожное радио. Ура! Ура! Сейчас вы начнете читать, как товарищ Сахов, но я буду вам озвучивать те интонации, с которыми вам надо будет продолжить озвучивать текст. Сахов, который съел оливье. Да, Сахов. Через несколько секунд эти... Все водички можно дать, пап? Теперь как будто товарищ Сахов узнал, что все концерты отменены. Подождите, товарищ, сколько лет? Я открою твою мать. О, всем молодоженам нашего района. Извините. Прямую дорогу вперед, светлому будущему. Да что же это за издевательство? Теперь в товарища Сахова вселился Николай Басков. Сейчас открытие дворца. Товарищу Сахову снова 5 лет. Не, я так не могу. Товарищ, хорошо, давайте. Просто... Будто вы Дед Мороз. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Да, внученька? Наконец-то она просто красавица. И давайте, дети, все позовем Дедушку Мороза. Михалкова мы позовем, чтобы он заметил Дениса Клявера и снял его в своем фильме. С товарищем Саховым.